Знаешь, я сидел на высоких крышах Хромиума и чувствовал себя богом. А суперспособности у тебя остались? Например, выпить виски, не заплатив. Папа рассказывал истории. Видишь? Это у нас в крови. Я пробивал дыры в пространстве времени. Эй! О, я слышал про тебя. Ты с другой планеты? Суперсилами, да? Расскажи мне свою историю! Я пришел из города Хромиум. Ты, значит, оттуда? Меня много чем хотели убить. Астероиды с интеллектом, роботы-убийцы. Суперзлодеи. Еще хоть раз скажешь супер. Хорошо. Здесь виски слабее. Космо-виски. У тебя есть хоть какие-то суперсилы или нет? Источника моей силы здесь не существует. Ну на кой черт ты пацану мозги засираешь? Я же всегда тебе помогаю. Тебе и твоей семье. Признавайся, говори, я взяла деньги! Стой, говори! Стой, я умоляю! Ты ставишь на кон наши жизни, чтобы пообщаться с бездомным? Макс ради нас жизнью рисковал! Они найдут вас и убьют. Ну и что нам делать? Сражаться до конца. Вот черт. Найди Макса Фиста. Мы в одну игру сыграем! Говори, где мой брат? Ты выглядишь невероятно.